Всем привет, меня зовут Щербаков Артём, и в этом видео я хочу рассказать о том, почему перед тем, как сделать баунс своего микса, я сперва делаю принт этого микса, то есть записываю его прямо в проект. Первой причиной, по которой я делаю принт микса, является то, что я могу записать сразу две версии. Обычную и лимитированную, то есть громкую. Громкую версию микса я делаю для того, чтобы у меня и у клиента было примерное представление о том, как будут звучать миксы после мастеринга. Для того, чтобы записать две версии микса, в каждом моем проекте есть микс-группа, у которой назначено два выхода. Print и Print Loud. Сигнал из этой группы проходит через два мастер-фейдера, Print и Print Loud, и приходит в два аудиотрека, Print и Print Loud, на которые уже записываются миксы. И так как на мастер-фейдере Print Loud в инсерте у меня стоит лимитер, на запись приходит уже громкий микс. Вторая причина – это быстрое сравнение миксов. Если мне нужно внести какие-то правки, то я могу с легкостью сравнить новую версию микса и предыдущую, включая-выключая режим Input Monitoring. Если режим Input Monitoring выключен, то звучит уже записанный микс. Если включен, то звучит микс, над которым я работаю прямо сейчас. Также очень удобно хранить все версии микса в плейлисте, чтобы в любой момент можно было их послушать и сравнить новую версию с ними. И удобно иметь в этом же плейлисте референсы и таким же образом сравнивать свой микс с ними. Третья причина, и многие, возможно, удивятся, но это скорость. Если мне необходимо внести правки в каком-то определенном фрагменте трека, то после того, как я их внес, мне достаточно будет продублировать предыдущие миксы, переименовать их, микс 5. Перезаписать нужный фрагмент. И сбаунсить трек. И так как я делаю баунс уже готового трека, он, как вы видите, происходит достаточно быстро. К примеру, обычный баунс происходил бы с такой скоростью. То есть это чуть быстрее, чем реал-тайм. На этом все. Если понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, делитесь этим видео с коллегами. Всем добра!